Нет, макарон я сейчас готовить не буду, потому что, как оказалось, кроме вот этих четырех яблок зеленых, да еще, видите, не очень-то хорошего качества, и стакана кефира у меня нет ничего. Поэтому я буду готовить яблочный пирог. Стакан кефира я вылила в миску и сюда же покрошила половину кусочков яблок. Прямо с кожурой. Остальную половину яблок нужно натереть на крупной терке. А потом все это смешать вместе. Итак, кефир, кусочки яблок и натертые яблоки. Все это мы перемешиваем. И теперь сюда нужно добавить 100 грамм сахара. Примерно столько. Нет, еще добавим. И снова все перемешиваем. И сюда же чайную ложку соды. Сода вступает в реакцию с кислой средой. И посмотрите, какие пузырьки углекислого газа получается. Еще 50 миллилитров растительного масла. Хотя можете добавить, конечно, и сливочное. Все перемешиваем и добавляем муку. Примерно 300 грамм. Перемешиваем. Тесто должно быть по консистенции как густая сметана. Сюда же в муку добавили соль, ванилин, корицу. Все тщательно перемешали и выливаем в форму, в которой вы будете выпекать. Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 30 минут. Вуаля, вот такая красота у нас получилась. Посмотрите, какой он румяный, ароматный. Достаем из формы, даем немного остыть. Если, конечно, у вас есть терпение, у меня нету. Я разрезаю горячий пирог. Давайте посмотрим на разрез, какой получился у нас пирог. Очень рыхлый и много-много кусочков яблок. Это получился очень яблочный вкус с ароматом корицы. И, конечно, такой пирог хорошо подавать с шариком мороженого, взбитыми сливками или даже со сметаной. Приятного аппетита!